Братцы Владистанции, сегодня у нас Леша обосрался, как бы это ни звучало, но это факт. Выпуск 8 мы смотрим и заводим сразу лайкосик. Друзья мои, предыдущие выпуски мы смотрели, было балдежно. Я думаю, в этот раз монтажер левши не подкачает и, как говорится, настрой нам подзавезет. Берите покушать, чайоку заваривайте. Погнали. Посмотрим Ютуб. Здорово, ну, посмотрим танкисты, YouTube. Привет. Привет, танкисты. Ну его нафиг. Я сейчас вот одну фишку правильно сделаю. Вот это правильно, вот это лучше, конечно. Я думаю, бат. Лучше вот так вот и делать. Стрелял и ушел. Ну, на самом-то деле, смотреть можно, а вот самое главное, не играть. Вот это, не играть, быть, просто ушел, но сейчас уйдет на КД. И в момент, когда я к нему заеду, он меня не заберет за 4 снаряда. Ля, придумал-то вот, просто формулы, вычисления, просто высшая математика, низшая математика, там, я не знаю, средняя математика. Давай, врывайся, брат. Я думаю, что он на КД будет. Конечно. Обязан быть на КД. Ага. Салям алейкум. Он барабан скинул. Сука, я придурок, я на... Он один раз стрелял и скинул барабан к херам свинячим. Я на перезарядку нажал. Ёб твою мать. Вот это реально обсёр. Я нажал на перезарядку нечаянно. А я буду на КД. Я думаю, а я пытаюсь стрелять, я смотрю, у меня 30 секунд. Думаю, нихера, что за между выстрелами. Левша обосрал. Между выстрелами 30 наверное, секунд, каждый неплохо. Житель Кирова знает, кто такой Илья Фраков. Хороший танчик, я бы прокачал, да, КД между выстрелами 30 сек. Он в 7 класса школы, он управляет автомобилем без водительского удостоверения. Блядь, там на маскировку. Я нечаянно втаранился в немца, блядь, Е50. 1161 тарана и просто Е50 такой. Ох, бля. Задницу. Е50 чуть-чуть не понял, что произошло. Откуда 1000 урона? На бэхе ты так же, да, ездишь? Нет. Поэтому она у него с сервиса не выезжает. Я надеюсь, я не подсветился? Ёб твою, напихали, нихера. Распулеметили. Раду, не надо, хорош. Все, я понял. Нихера, вы как так быстро позиции заняли? Все, я понял, все. Ну все. Поставили на место выскочку. Смотрите, какая внешка. Поехали вперед, не слушайте его. Он боится, а мы не боимся. Слабо умеет мага. Пацаны, это плохая идея была. Командир сынок, был прав. Рубеж, там рубеж, да, нормально, рубеж, а сейчас бы, сейчас бы командира не слушать. Обзор этой темы хорошая для среднего танка, я считаю, норм. Дозор. Вот, потому что оно или прокачивает хороший обзор, вот, или он, например, помогает от слова Дмитрий, да. В кустах вы лучше увидите танк вражеский. Да. Блядь, Сука. Димас. А я думаю, сейчас в чате напишешь, подскажешь. Демаскировка, да? Точно. Димас и кировка. Так, я сейчас Димас монтировка. Блин, так хочу стального охотника покатать, алло, дядь. Реально было бы сейчас неплохо в турнирчик какой-то полупендри, да, пацаны? Согласитесь, экшончик прям подзавозился на стриме. Кстати, надо бы установить, да. И экшончик, так сказать, и горение, и жопа боли, и плач ярославный. Да, да, да. Стример не лох. Но это не точно. Две секунды. Бан. Автоприцел придумали, так сказать. Все, просто кнопку нажимаешь, спокойненько себе тыц. Но нет, мы не ищем легких путей. ИБР, ты такой мудак. Блин, ну пока самый охренительный момент из всех выпусков, где Левша выкатывает на бачате, дает одну плюху и просто уходит на КД. Бля, мне это прям понравилось. Мне это прям реально понравилось. Что такое у Веном, кстати? Да, ну... Ну как ты там, блин, надо поджиматься под него быстрее, тогда его убьют. А, да, убьют, конечно. У тебя же там целая орда сзади. Целый форч, который стоит и не выкатывает.
я просто не до конца понимаю. Я тебя прикрою. Ага, это все. Хорошо, конечно, что ты меня прикроешь. И Фоч стоит дальше за зданием. Дегенерат этому. Уф, больно, больно. Ой, не повлиял. На 436 со станом, Карл. Блин, он приехал. Ни хера, чел стоит, да, у триер. Ты как бы в кабаде ездишь, чел просто стоит на покер. Если прикроешь, конечно. Как бы просто, блин, ну, как бы насрать. Понял? Блядь, ну дай ты ему шот. Блядь, ну ты чё, сука, прикрыватель хрен? Ну ты серьёзно, что? Ну чё? А да почему ну, вообще покеру? У тебя три арты? А мне вообще всё сюда, всё работать покеру. Больше некуда. У тебя фош стоит. На тебя просто чувак выезжает бортом под них, и он ничего не отгребает абсолютно. Ой, нахер я вообще поехал? Вот, блядь, это вот это типичный рандом. Не надо никуда в нем ехать, когда ты играешь на отметке. Но так тоже играть не нравится. Посмотри, два ёбрика нормально вообще сейчас. Да, я уже заехал сюда. Так, правда. Смотри, сейчас 907 заезжает туда, смотри, проверяем, проверяем. Уфу. Блять, они заебали на полном ходу попадать и пробивать. Смотри. Я так понял. О, смотри, смотри, лиша, лиша. Хорош. Хорош, Дюнка. Ууу, киберспорт. Ля, как оно горит хорошо. Вот так эффекты работают, да? Я, кстати, эффекты повыключал нахер. Я умру, они едут. Я смотрю, не зря, да? Мне саппорт будет, нет? Надо было левый каток сбивать. Я тут уже на пол хп еще. Эй, я все наигрался в пизду, блядь. Как же в тайминг сейчас Геди харкнул. Туц-т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 уц-
Ты прям туда поехал? А я смотрю, левша жестко, да, реализовывает? Ну, прям чисто. Серьезно, что? Прям вливает. Ля, заагрил. Туц, 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 туц. Есть проблемы? А я смотрю, левша прям везет, да? Блять, на это, да, ну... Вот старался и потел, а в итоге на ПТ сел, да. В итоге на ПТ сел, ребят. Куда он на 54? А чуть другое слово, да. Я вот сколько играл? YouTube монетизацию не одобрит тогда. Я вообще не вижу, чтобы так кто-то упарывается. Кто так упарывается? Они сразу в ангар уходят моментально. Блять, тиммейты просто... Не, ну вообще да, там у него охренеть много тиммейтов было. Он правильно говорит, его должны были насадить на бутылочку. Вообще мне E4, он оттуда E4 через забор попал. Да, через забор попал. Да, через забор. Кажется, там у Е4 стоит специальный модик, который не только кустики, но и заборчики убирает. А вот теперь найти можно сражаться, потому моды, что я вначале Харбрингер задушил. Сколько с ним было заборчиков аптечка, убранных. И, собственно, можно идти драться, я думаю. Подрался, я... проверяй. Просто ножку подвернул немного. Даже не пытался. Дрон, дрон только. Я тебе говорю. Да, блядь, да, да. А ты упертый. Чё, блядь? Чё? Я в это не, мне в это не залетает, в это не пробиваю. Ля, там вкусняшка на полеке, нихера. И он фуловый 5200 дал. Ля, Дмитрий, ля. Нихера себе. Вот это киберспорт. А, хэви честный. Блять. А, хэви честный, да. Да ну на. До связи получается, бля, было. Как я не пробил. Да, это честно. Все же ебать, мне здесь устроили Вьетнам его. Я просто хэвик шотненький, как говорится, да, но хлеблище раскатал, да, выехать бы сейчас хэвика забрать шотного, да, да. Еще бы деда шотного поехал бы, подобирал, угу. Сказочник. Одна ошибка, просто не пробил хэвика. Реально фловый был. А я не доеду. Бля, я так... А в этом бою мог отметки, кстати, взять. Пятый, да? Уф, бля, как же он горит, как же он горит, чел!
Да я не пролечу сейчас. Все, что нажито, было не посильным трудом. Там просто какой-то максимальная головная масса, да? Из боя в бой. Все эти 2.5 часа выкладываясь каждый бой, мониторя каждый пиксель на миникарте, анализируя сетап, выцеливая броню, выстреливая, попадая, пробивая, подсвечивая. Да-да, лапша, да-да. Да-да. Все было просрано в одном моменте. Нихера, я смотрю, он любитель порисковать, да? Здесь такое проклятое место, вот это, вот куда он едет. Я в эту херню вообще никогда не езжу. Угу. Что там, блайндшотик Тим? Мне кажется, сейчас в него такой кибербуллинг прилетит. А, ну там три арты, я правильно понимаю? Давай. А, ну все, габелла мне, короче. Ой, идиот я. Не, ну быканул жестко. Нахер идет, надо прожимать, пробовать. Да, поджал, да. Да не, здесь елка же, да. Я не могу на бульдоге играть, я не понимаю реально его. Я, может, что-то не понимаю в этой игре. Елка, мне кажется, пока проезжала мимо него, харкнула ему просто в рожу пару раз. Ля что он делает, ёб твою мать, посмотри, что он вытворяет. В пизду, я не могу на этом говне играть, потому что я 3 боя подряд сдох. Вот это бомбит, вот это я понимаю. Бля, руки у меня. Ай, понимаю. Короче, все. Я не могу, серьезно, это... Эх, бульдог, левша, это... да, сколько с ним было нагиба на бульдоге. Ну, зато барабан фуловый, этот бат фуловый, бат трехшотный, ой, этот... Бля, иди поспи, нахуй, реально. Вот иди, приляг, нахуй, поспи. Я понял, я рот закрыл. Ай, бля. У нас получилось, что инструктор левша лох. По факту. Ладно, братва, как говорится, так и говорится. Выпуск балдеж, поэтому завозим лося и подписочку оформляем.